Сейчас наступает светлый, замечательный, немного грустный, немного печальный момент. Да, церемонии официального закрытия фестиваля прошу подняться на сцену директора 2-го Уральского открытого фестиваля российского кино, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, кинорежиссера и оператора-постановщика. Встречайте, это Владимир Ильич Макеранец. Добрый вечер. Так часто звучала наша фамилия, что даже неудобно. Спасибо большое. Действительно, грустный момент для нас. Но я не могу не поблагодарить гостей и участников за то, что они приехали и дали нам картины для показа. Я не могу не поблагодарить ту команду, которая работала на фестивале. Не могу не поблагодарить ту команду волонтеров, огромную команду волонтеров, которая работала на этом фестивале. И поскольку я родился в этом городе и живу уже давненько, я знаю этого зрителя, и все равно я им очень благодарен. Опыта не будем. Хорошо началось закрытие словами «Будет третий фестиваль». Поэтому я с легким сердцем говорю, второй фестиваль закрыт. Да здравствует третий. Я прошу всех участников, гостей, жюри фестиваля, волонтеров, всех, кто вручал призы нашим победителям, выходите, пожалуйста, сейчас на сцену, прямо сейчас. Каждый буквально, кто создавал этот замечательный. Не стесняйтесь, вставайте, уважаемые жюри, подайте пример. Идите на свет софитов, аплодисменты звучат для вас. Спасибо за то, что вы были в городе, в хорошем городе, хороших людей, в Екатеринбурге. Пришло время немного отдохнуть. Вы этого действительно это заслужили. Пожалуйста, все волонтеры, особенно волонтеры, выходите, пожалуйста. Вот эта команда, которая, благодаря которой состоялся уже, можно смело говорить, и состоялся с большим успехом, с большим зрительским успехом, это самое главное, 2-й Уральский открытый фестиваль российского кино. Это далеко не все, остальные скромности. Браво! Уважаемые зрители, мы увидимся здесь в зале буквально через 20 минут после небольшого антракта, и вы сможете увидеть фильм «Закрытие» 2-го Уральского кинофестиваля. Фильм, как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов. Это произойдет через 20 минут. Всех поздравляю с закрытием и с тем, что это произошло. А пожалуйста, победителей и членов жюри...